Маша заболела. Девочка Маша заболела. У нее была высокая температура. Болела горлышко. Мама дала ей лекарство и уложила в постель. Маша долго-долго спала, и когда проснулась, уже было новое утро. Она подошла к зеркалу и ужасно удивилась, потому что увидела в нем совсем незнакомую девочку. У нее были спутанные волосы и неумытое личико. «Ой, да это же я!» – подумала Маша. Она быстро побежала в ванну, умылась и почистила зубки. А потом взяла расческу и аккуратно причесалась. Ведь девочки, даже когда болеют, всегда должны оставаться красивыми и опрятными. А на следующий день Маша была совсем здоровой, потому что микроб ужасно чистый.